Добрый вечерочек, уважаемые любители рок-музыки. Ну не могу без вас жить. Ну что вы за люди, что не понимаете, что я не могу без вас жить. Уважаемые любители рок-музыки. Вот что может делать настоящий рокер 4 марта? Вот скажите мне, только честно скажите. Подумайте. Не знаете, а я вам отвечу, что сегодня день борьбы с ожирением. Причем всемирный день. А вы знаете, что в мире страдает ожирением 20% населения? В Америке 50%. Ну и в России страдают, ребята. Не могут угомониться. Едят и едят. Что ты будешь делать? Мы думаем, ну как, надо же этот как-то день отметить. Мы приняли решение. Вечером ничего не есть. Вот видите, вечер наступил. Думаю, есть сегодня не будем. Ну а без еды сколько? Это же самое главное русское развлечение. Сесть да поесть, да выпить еще. Ну что делать? И поэтому мы приняли решение, а не сходите ли нам на какой-нибудь концерт? Концерт на одного спортивного паренька, такого спортивного вида, подтянутый и хорошо поет, главное. Поэтому мы едем на концерт Владимира Преснякова в Крокус Сити Холл, а потом вам все расскажем. И по приезду еще кое-что расскажем. Да вы скажете мне, ну какой ты рокер, едешь на Преснякова, а Пресняков же не рокер, Пресняков же эстрадный артист. А вот тут я с вами поспорю. И когда мы туда приедем, я вам расскажу, насколько его музыка близка к року. По-настоящему близка. Вот так. Держитесь там. Смотрите, не ешьте на ночь. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот мы на сольном концерте Преснякова. А я объявляю конкурс. Кто угадает, когда тут состоится первый сольник рок-группы Волощука СД с приглашенными звездами мирового рока? Кто угадает, там будет хороший приз. Не пожалеете, гарантирую, не пожалеете. Жду от вас дат угадывания. Ну вот мы и в Крокусе приехали на концерт Владимира Преснякова. Раньше обычно к его имени добавляли еще слово «младшего». Преснякова-младшего. Потому что его отец Владимир, также известный музыкант советский, саксофонист, игравший в советском вокально-инструментальном ансамбле «Самоцветы». Это прекрасный вокально-инструментальный ансамбль советский, на котором выросло пару поколений советских людей. На знаменитых песнях «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня» или «Вся жизнь впереди, надейся и жди». Ну, знаменитые песни, их многие слышали даже сейчас. И там же, в этом коллективе, вокалисткой была и мама Владимира, Елена Преснякова. Великолепная, красивая женщина с хорошим вокалом. И поэтому Пресняков потомственный музыкант. И если существует одна такая расхожая сентенция, что на детях гении природы отдыхают, ну, я не могу сказать, что, конечно, что Преснякова старшая гений, но это талантливые люди. И Владимир Пресняков опровергает вот эту истину, что на нем природа отдыхает. Он великолепный вырос музыкант. Даже превзошел своих родителей, по моему мнению. Это прекрасный, талантливый эстрадный артист с собственной оригинальной, фальцетированной манерой пения. Сейчас он, конечно, повзрослел, он уже поет не фальцетом, он уже поет простым голосом открытым. Раньше фальцетировал, это было очень оригинально, прикольно было слушать. А вы скажете, ну ты ж рокер, ты ж любишь рок-музыку, а это обыкновенный эстрадник, исполнитель популярной музыки. Какое он имеет отношение к року? А я вам расскажу, что в большинстве своих песен Владимир Пресняков использует синкопированную вокальную ритмику, именно роковую. Он всегда свингует, он не уподобляется примитивным попсовикам и примитивным рокерам, которые вдолю толдычат. Например, я повторюсь еще, взять его знаменитый «Зурбаган». Засыпает синий зурбаган. Четко в синкопу он ставит последний ударный слог. А за горизонтом ураган. Преснякову Владимиру в этом месяце стукнет уже, ну или только 53 года. Я понимаю, что многие его и не знают, молодежь особенно. Поэтому я вкратце расскажу немножко о его биографии. И околомузыкальные факты, и музыкальные факты. В первую очередь, конечно, начну с музыкальных фактов, так как это, на мой взгляд, это главное в судьбе творческого человека. Он уже в 11 лет сочинил первую песню, а в 13 лет он уже пел на концертах с рок-группой «Круиз» свои собственные песни. Здесь, конечно, заслуга была его отца, это понятно, в 13 лет он не мог с рокерами петь. Но, тем не менее, это подтверждает то, что он был хороший, талантливый артист уже с детства.
Но настоящая популярность пришла к нему с тем самым Зурбаганом «И спит придорожная трава» в 1986 году после выхода фильма «Выше радуги», в котором он спел этот Зурбаган и «Спит придорожную траву». Эта песня была Юрия Чернавского и Леонида Дербенева. А главную роль в фильме, кстати, играл ушедший от нас недавно Дмитрий Марьянов. И еще из его музыкальной биографии. 7 лет он проработал в театре Аллы Пугачевой. В 89 году в Монте-Карло получил «Золотой ключ» как артист, аудиозаписи которого были проданы миллионными тиражами. Он выпустил 16 альбомов студийных, получил 6 золотых граммофонов. Один из них последний в 2020 году в декабре, где мы присутствовали на церемонии вручения, и я вам это все показывал. Теперь немного об околомузыкальных фактах, которые во всем мире очень любят. Вся публика любит, больше, чем музыку, наверное. Являясь потомственным музыкантом, он и сам создает свою династию. Вначале он стал зятем самой Аллы Пугачевой, так как женился на Кристине Арбакайте. И у них родился сын Никита, его уже знает, наверное, молодежь. А потом он второй раз женился на Наталье Подольской, тоже прекрасной певице, которая родила ему двух сыновей, Артема и Ивана. Ивана в прошлом году только. Но для меня очень интересным фактом его биографии является то, около музыкальной биографии, что он в 2003 году он выиграл конкурс «Последний герой», по-моему, так он назывался. Это когда известных людей забрасывают на необитаемый остров, они там соревнуются в борьбе за выживание. Вот он победил и получил премию 3 миллиона. Так вот, 1 миллион он отдал Елене Перовой, которая была вместе с ним. Почему отдал? Потому что у нее поломалась машина, он ей отдал, чтобы она купила себе новую машину. То есть настоящий мужик. Настоящий романтик, потому что любит музыку, любит красивых женщин и детей рожать не боится. Живет в полную силу с размахом. Вот таких людей я уважаю и люблю. Пойдемте смотреть на этого красавчика и слушать его песни. Проверять, не изменил ли он роковой вокальной синкопированной ритмике. Продолжает свинговать или нет? Или уже как попсовики наши, или попсометал... шансончики, хэви-метал попса шансончики, талдычи. Пойдемте смотреть, после концерта все расскажу. Идем быстрее, потому что все уже зашли, нам надо быстрее. А то займут наши места, а мы в 7-м ряду, в вип-зоне. Поэтому давайте. Доброе утро, дорогие друзья. Вы не представляете, как я рад, что... это случилось. Сигареты, два Мадонна, как вы, и Дельса. Застели мне облака, белый-белый мига. Мы с тобой два дурака у рая. Зацепились за края, у тетради на полях. Я не знаю, кто она такая. Готов тех норм-дрог и металл. Слышу я знакомый голосец. Это вспомнил обо мне недалекой стороне, незаконно рожденный посыл. Танцуешь ты просто сегодня не так для меня. Ну что, концерт закончился. Подведу итоги. Прекрасное мероприятие, прекрасное развлечение для публики, просто прекрасное. Почему? Да потому что великолепно отстроенный звук, раз, отличные музыканты,
все делали вживую. Конечно, компьютерная поддержка была, иначе такого звука они не добились, но звук был прекрасный. И была прекрасная драматургия. Человек вел себя, естественно, на сцене, пел прекрасные свои песни. И что еще было очень интересно, что в конце его поддержали его друзья Леонид Агутин и Александр Иванов, которые поют точно в такой же манере, как и он. Когда забудешь и меня все, и на свете уплывет, оставит память лишь букет увядших роз. Я хочу подчеркнуть то, что я говорил в машине и перед концертом. Чем он близок к рок-музыке? А тем, что он использует в своем пении синкопированную вокальную ритмику. Он практически все песни свингует. Он синкопирует, ставит в контрапункт последние ударные слоги. Вот этим он близок к рок-музыке. И что еще мне понравилось, что одну из своих песен он обыграл цитатой из AC/DC. Прекрасно, просто великолепно. Я напомню, что в Советском Союзе обычно второе отделение, коллективы музыкальные делали звезд зарубежной эстрады, играли. Но он здесь встроил в свою песню, это было прекрасно. Вот так сделал, класс. AC/DC прям звучало прям великолепно. Поэтому концерт вот такой вот. Рекомендую всем ходить на Преснякова. И что еще мне понравилось, он так же, как и я, переболел ковидом и вышел на сцену с новыми силами. И я вам, хэви-метал, попса, шансончики и уважаемые любители рок-музыки, сейчас задам темп своими песнями и рок-н-роллами. Всем привет! Что это у вас такое хорошее? Ну что это? Вы денежку покажите сначала. Где-то это денежки хватает, вон, глянь. Видишь, такой. Ну тогда ладно, пожалуйста. Что это, рассказывайте. Полное собрание Преснякова. Так. И почем? 500 рублей. Да вы что, дешевше хлеба, что ли? Дешевше соли. Ой, доберу обязательно. Пожалуйста. Давайте, беру. По обе части. Ну, давайте обе. Пожалуйста, тысяча? 1000 рублей. 1000. Ну, давайте. Ну, что ж, мужики, успешной вам торговли. А вам жизни. На здоровье, приятного прослушивания. Вас наступающим 8 марта. О, видно, что джентльмен растет. Елена Ивановна, говорите, что тут плохие люди. Тут прекрасные ребята стоят. Вы что? Давай. Слушайте на здоровье. Держись, Сусамагла, не сдавайся. И мы уехали с концерта. Хочу спросить, вы не забыли, что сегодня день борьбы с ожирением? Не баловались там без нас, а? Смотрите. А мы концерт посмотрели. Ну что, хочу кратко подвести итог. Но самое главное, прекрасный эстрадный концерт, великолепно отстроенный звук, на сцене 9 музыкантов и Пресняков. Какие музыканты? Бас-гитарист, гитарист, барабанщик, перкуссионист, саксофонист, клавишник и 3 девчонки на подпевках. Поэтому музыка была вживую, я понимаю, что там была компьютерная поддержка на сцене. Была целая группа товарищей с компьютерами сидела. И без этого нельзя делать современную приличную музыку, это правильно. Самое главное, это было настоящее шоу. То есть Пресняков смог организовать настоящее шоу. Он подарок сделал зрителям, потому что он вел себя раскованно на сцене. На сцену выходила его супруга великолепная Наташа Подольская. Выходил его сын Артем, танцевал вместе с ним. В конце приехали его друзья, Леонид Агутин, подарок такой был для зрителей. И приехал Александр Иванов. Спели с ним по одной песне. Поэтому в целом шоу было очень прилично, очень было интересно. Две претензии было к Преснякову. Первое, мы же сидели в VIP-зоне, а он заставлял людей вставать и танцевать. Поэтому
нам не давали спокойно смотреть. Приходилось тоже вставать и танцевать. Ну а что нам молодым-то? Танцуй пока молодой. Это раз. А второе, это вот единственное, по музыке. Три девчонки на подпевках, их практически не было слышно. Не отстроил звукорежиссер звук. Девчонок не было слышно. Еле-еле там пробивались. А в принципе, хороший бэк-вокал, это очень украшает музыку. Но какое еще ощущение после этого концерта? Какое впечатление о самом Преснякове? Но человек получал удовольствие. Нахождение на сцене. Он переболел ковидом. Недавно только выздоровел. Он полгода там не давал концерты. Он соскучился по публике. Он просто наслаждался на сцене. Это было видно. Он радовался публике. Он радовался тому, что он на сцене. И самое интересное, он вел себя на сцене как хозяин. Хозяин тайги. То есть человек в своей тарелке. Вот, молодец. Я ему аплодирую. Мужик настоящий. Романтик. Класс. И повторюсь, детей рожает. Не боится ничего. Живет полную силу. Прекрасный концерт. Мысли вслух, точные и честные. Мысли вслух, о том, о сём. Интересны мысли, если сказаны Волощуком. Волощуком.